Сейчас я вам покажу наглую рожу проекта. Самую наглую. И это не она, это вот, слышь, мать, ты нормально себя чувствуешь вообще, слышишь? Никитос, ты на кого батон крошишь? Надо поправочку сделать, это самая наглая. А? Ничего не перепутала вообще в этой жизни, слышь? Ты чё пацанов напрягаешь? Никитос, тебе нравится стец? Это он ей покушать приготовил. А да. Чё о друзьях забыла, не позаботилась, чтобы нам тоже навалили еды, а? Пошёл в жопу. Блядь, как тебе, блядь, дом нахуй, нюхай, блядь, слышь. Да ты уже всё, блядь, ты вчерашний день забудь уже, слышь? Да? У тебя носки белые, блядь, как у балерины. Ничего, нормально? Слушай, ну ты подготовилась там к Сейшелам? Собираешь чемодан? Я не лечу. Ну, понятно, но если Сейшелы к тебе прилетят, ты внизу подготовку сделала, не? Зарядку делаешь, нет? Зарядку делаешь, не? А ты на диете сейчас? Да. Дай посмотрим. Поняли? Картошечка называется, прошлая диета. Ну, а ты что, дикая самка, не? Дикая самка, да? Слышь? Можешь меня в животик поцеловать? Что тут у нас происходит? А я тебе не верю. Да. Так, ну что, мы возвращаемся к стыцевятке, к авторитету. Вор в законе домовский, слышь? Попроще сядь. Давай вот так сделай, что еще принести? Что не хватает тебе? Шоколадки. Какая шоколадка, слышишь? Она тяжело вылазить будет, шоколадка, слышишь? Давай, ладно, да. Шоколадки не хватает? На, держи. Все нормально, жизнь удалась? Не? Что-нибудь еще? Кетчуп есть? На, кетчуп еще возьми. Да. На, и хлебом закуси тоже. Не хватает. Нельзя хлебом. И сосисек, сосисек. Сосиски возьми, главное, слышишь? Никитос, помассажируй плечи, она просто просила, но я не могу больше, потому что я теперь уже устал, у меня пальцы болят. А? Смотри, по пальцам. А, да. Слышь, поцелуй руку владельца, ну. Давай, резче. Вот, все, молодец, хорошая девочка, слышишь? Так, ну что, грустишь, да? Что грустишь-то? Нету? Ну пойдем в кладовку, вон, смотри. Кладовка без камер, а что? Подругу бери тоже с собой, пойдем вдвоем, слышишь? Втроем в кладовку. Но ты одна не выдержишь, поэтому бери вторую подругу. Тоже развалишься, боишься, что ли? Что такие слабенькие вообще, слушай? Да ладно. Ну, покажи свои карманы, раз ты скромная девочка. А? Ну, это всего лишь карманы. Ну, да. А что за карманами там? Покажи. Там все, что нужно, там трусики есть, там, переживай. Да? Ну, ладно, подожди, твой авторитетный парень сейчас посмотрит, скажет, и Ирка испортилась наша. Она, кстати, хорошо шансон поет, классная девчонка. Так что, хоть у меня одни девчонки, но если парни есть, смотрите, приходите к ней. У нее свой ресторан есть. Конкретный. Да. И вот Янка тоже готова сразу детей, семью завести, короче. Жека! Привет! Как дела? Все, поговорили. О, братан, давай, выходи в прямой эфир. Как тебе? Братан, сейчас будет пушка, я тебе отвечаю. Давай, добавляйся. Ой, бля. Да ну нахер, братишка. Стэц, у тебя вот на данный момент есть все. Он мне не отвечает за то, что у тебя есть все. Я отвечаю.
Вот на данный момент у тебя есть все. Настя. Нет, не Настя. Слушай. Эту дикую самку надо приструнить. Ты готов вообще взять ее и приструнить? Нет, у нас он не держит. Можешь ли понять, что котлетами воняет? Фу, котлетами воняет. Фу, котлетами от нее воняет. Это не у нас, это не у нас, это у вас. А, у тебя ты тоже котлетами воняет, что ли? Да, ребята котлеты просто кушают. Он сидит и мне записывает. А что? Подожди, покажи мне эту морду. Откуда смотришь? Морду, морду, ребят. Какую морду? Он слышал, может, позволить себе. Слышь, она сказала, тебя съест. А, сейчас. Кать, слышишь, он там выпендривается, и на Лобном он сегодня два слова. Мне, значит, он тирады пишет, а на Лобном сказать не может ничего серьезного. Так, Виталик, пожалуйста, скажи Насте свое впечатление от нашего только что состоявшегося разговора. В твоей жизни много изменилось? В моей жизни изменилось все вообще просто. Настя, но я тебе говорю, можешь... Есть моменты, которые ты просто, я не буду говорить слова, ты просто потом поймешь мои действия, и все. Ну ты готов? Ты специально готов думала, взять это... вообще и кладовку? Я думала, это у вас видеосвязь. Кладовку? За камни, за камни. За камни готов цвет выйти? За камни? Да. Куда? Хоть в океан. Ой, ну видишь, ей надо уверенно, ты должен прийти, схватить и вот так. Ты же себя, слышишь? Ты Настя, будешь моей женщиной. Наш диалог с Виталием, который вот происходил сейчас 10 минут, чтобы он был записан и тебе отправлен. Чтобы ты послушала и реально все поняла. Слушай, скажи, пожалуйста, ну тебе нравится Настя? Ты будешь за ней ухаживать? Я сказала, что ты работала проститутка. Это смешно. А что я не знаю? Комментарий прочитала? Я сама не знала. Кто с проститутка? Я, Катя, работала, оказывается. Я не Олеся, сорян, на меня грязи нет. Я просто сегодня себе поняла, сделала губы и брови, и у меня тёчное лицо. Я даже у меня всегда тёчное лицо отмазывается, слышишь? Да? Заметила твои бровки, ну. Нет, да, просто говорю, я вот вернусь к вопросу Никите, да. Никит, да, я вижу ее потенциальную свою девушку. То есть, ну, я не хочу тебе гарем, я реально я всем говорю, давайте оставим гарем, вот, уберем их куда-нибудь подальше. Меня реально приписывают там девчонок. Ну, фиг знает. Ты подожди, какую девчонку ты выбираешь? Ты Настю, все, на ней останавливаешься? Тебя справа сидит. Слева она. Почему? От тебя право. Ты ее заслушал! Братан, ты что в краску ее гоняешь? Она засмущалась, ты в краску вогнал ее. Обкажи на языке. Видел? А, нет, мы разговариваем. Хорошо, хорошо. Короче, она сказала, что она тебя любит. Нет, я его не люблю, он не заслужил. Не заслужил, значит, не любит. А если заслужил, будешь любить? Ну, возможно. Ай, бля, пизда, бля, слышишь, смотри. Бля. Он даже не слушает, все. Он тебе цветок брал. Я тоже тебя рву, поэтому я тебя не слушаю. Вот ты вообще, я сейчас укушу тебя за нос, блин. Все, давай, приезжай. Будем на машине ездить. Я сейчас тоже... Слышишь, Виталик, скорее всего, ты прилетишь, я не буду лететь. У меня билет куплен, не переживай. Вау! Нет, я знаю, что ты сегодня Аню тоже целовал в щечку, да? О, уже ревнует, тоже претензия пошла, разборки. Что ж ты там сказал, что расскажешь, подожди. Я никого не целовал. Катя! Я думал... Катя! Да. Он целовал Аню сегодня? Нет, это я не знаю. Катя! Не-не-не, серьезно, тебе честное слово говорю. Я тебе говорю, нет. Катя, не целовал. Катя, ты моя подруга или не подруга Виталика? У них был разговор там какой-то в шуточной форме, который... Да, я... типа, готовить картошку будешь, типа, если приготовишь картошку, типа, я поцелую щечку, типа, ну и... Смотри, а то Стэц, она такая, если, знаешь, хуже обиженной женщины нету. Со Стэц лучше не ругайся, она съест, сразу придется... Нет, я просто помню, что я ему сказала, что я тебя перекушу? Да. И все, и пережую. Как огурец, откажи. Опа. Еще кто кого перекусит? Ты не мне же, надеюсь? Нет, твоим подписчикам, конечно, конечно, Настя. Никитос. Так что скоро ждите. Да, давай, все, мэн, приезжай. Подожди, а ты уже должен дистанционные свиданки делать? А что ты дистанционную свиданку не сделаешь ей? Ты можешь цветы завтра с утра организовать?
админку прийти. Дистанционно будет тогда у нас. Мы это поставим. Ты просто меня прямо сейчас меня попроси. Прямо сейчас. Скажи, сделай ей подарок, прямо сейчас быстро. Уманский, сделай подарок, пожалуйста, от меня, пожалуйста, быстро. Прям, сообрази. Только для тебя новогодний шарик от Виталика. Это мне! Подарил. Смотри, что мне Виталик подарил. Это тебе игрушечка. Повесь себе на елочку. Так, повесить под кровать у нас, слышишь? А куда эту игрушечку нужно засунуть? А тебе лишь бы засунуть, слышишь? Просто от кровати повесить и все. Знаешь, он похож на слесаря? Ты на слесаря похож, говорит. Что, я с тобой не общаюсь. На слесаря похож. А вот так на Супермена. Где Майк? Ну, где слушай, Супермайк? Не, он там ездит по отелям без камер. Но ему неловно вот крайне его. Я запутался, я не знаю, что сказать. Да, ты вот, знаешь, вот тебе не надо говорить время подумать. Тебе надо сказать, так, слышите? Послушайте и услышьте меня. Есть ты цвят, я приезжаю, и она моя. Не надо говорить, нет, я буду пробовать, она моя. Я даже не даю ей слова. Просто приезжаю, забираю свое, и все. И все стойте в сторонке и наблюдайте. Вот так, понимаешь? Пришел, как кот, пометил свою территорию. Вот это вон Саша за мной ухаживает, он мне сегодня укол ставил. Да Никита Саша меня... весь день спал сегодня и тренировался со мной. Саша? Укол мне... ставил тебе? Куда он тебе ставил укол? Он в попу и укол ставил, видел голую задницу ее, прикинь. Че ты ржешь там? А Никита мне вот ужины готовит. Че ты гонишь? Это ей... А, Никита не я. Этот, другой Никита и свидание устроил. Плакал сегодня из-за меня. Плакал из-за меня. И плакал сегодня тоже. Да, а она думает только о тебе, прикинь. Ребят, давайте подарим платок ему на Новый год. Ну, он хороший платок. Парень, я же сказал. Сашка, братишка, здорово. Я же сказал это, Настя, не обижай Никиту, зачем ты его сердце разбиваешь, он будет плакать потом. Тебе же нравится Виталик, все, бери в обороты, погнали. Че, у вас сегодня тусовка будет пятница же, не? Не, мы спать. У нас тяжелый день, у нас же мастера завтра. Так у нас тоже мастера, два мастера у нас. А во сколько, сказали, начнется все? У нас вообще в 7 утра все начнется. Ой. 7:40 мы встаем. Губы скатку. Ребят, я сегодня сделала перманентный макияж губ, поэтому у меня губы вот такие вот. Вот и все. Ой, начинает отмазываться. Она просто узнала, что едет Виталик, и пошла, сделала себе губы, брови, волосы, короче, и внизу побрилась, да? Ну, смотри, какая красотка сидит. Настя, ты видишь, что у меня неделя уже с губами? У меня, я тоже сегодня перманент сделала, я на соску похожа. Соску. Кать, у тебя что там, как, кстати, дела? В двух словах. У меня все хорошо. Ну все, давай. Нормально. Настраивает ответ. Виталик, ответь. За музыку говорят. За музыку что говорят. Сейчас, секунду. Там дождь льет. Погодка, видите, ребят? О, погодка, кайф вообще. Да. Ладно, я не буду и не дам ее в обиду тут никому. Что он нам показывает? Нет, подожди, он... Подожди, не... Что ты на меня рычишь, я ж тебя не бачу? Подожди, тихо, ты на него не накидывай. Мужик должен сам решать, ему не должен подсказывать. А ты ему подсказываешь. Братишка. Я все... Братишка. Подсказываю. Да, братишка. Вопрос такой, когда ты... Заселишься с Тецевиат, что ты с ней сделаешь? Что я с ней сделаю? Это ты должен сказать... Она потом тебе сама расскажет, что я с ней. Нет, ты должен сказать, я, бля, уничтожу ее. Скажи, я ее уничтожу, она 3 дня из комнаты не будет выходить. Нет. Так что костыли пока оставь, пусть лежат. Я уже, кстати, на костылях пригодятся. Не хожу, я хожу. Да ты оставь, пригодятся, Виталик, заселитесь, 3 дня будешь. Я не буду с ними заселяться, даже цветы мне еще не подарил. Негодяй. Кого еще не подарил? Цветы. Цветы? Да. Цветут цветы, не я, не ты. Уже... А? Ему свое время, подожди. Вот ну, конечно. Это. Ты подожди, пока я на острове со всеми перецелуюсь, а ты подожди. А да не было поцелуев. Какие поцелуи, что ты говоришь вообще? А я на поляне, пока со мной все пусть ухаживают, правильно? И это целуются, ты да? Ты же не против? Да, я против. Ты же не против, что Саша мне голые ставит? Никита мне... Нет, Саня доверяю. Саня, ой, Саня, а тебя на ревность уже выводит, братан, слышишь? Неправда, Саня ухаживает за мной. Саня не доверяет, Саня ухаживает за мной.
Ухаживает? Да. И его... Никита наш большой, вот это, философ, не, частушник тоже ухаживает. Частушник? А, ну, частушки поет, который. Я понял. Частушник Никита, ну, там я конкуренции не чувствую абсолютно, поэтому... Настя. Ну что, вам комнату освобождать? Какую комнату? И скоро будет. Что? Знаешь, я тебе скажу, ты будешь первооткрыватель. Знаешь, в чем? В чем? То, что она ни разу ни с кем на поляне не жила в комнате. У нее не было отношений на поляне ни с кем. Реально? Она уже, да, наверное, да, просто привыкла к своей кровати в женской комнате. Опа! Да, да, да. Здорово! Как вы там? Говорит, что любит меня, что я ему очень сильно нравлюсь, и он хочет быть со мной. Еще вам шарики подарил сейчас. Да. Братан, давай возвращайся. Да, это еще такие новости, ребят, по поводу вообще всей ситуации здесь. Я буду в шоке, реально. Потому что здесь меня все поддержали, вот. И я думаю, когда вам расскажу, вы офигеете по поводу Олеси. Короче, ты скажи нам твердо. Ты цвят забираешь, все, твоя девчонка. Да, все, я уже намерен серьезно. Поэтому я сегодня на тет говорил, что... То есть... Бля, пошел танцевать! Танцуем! У нас тусовка! У тебя появился парень! Она довольная, братан, она рада. Все, она, видишь, она прячется. Что, стыдно? Да, покраснела. Она покраснела, слышь, макияж просто не дает, не выдает. Катя! Просто остров делает какую-то... Из девушек какую-то мышь лохматую. О, ты же теперь меня понимаешь, да? Понимаешь, Катя? Да. Самооценка. Влад, привет! Он говорить не может, он зубы там все отбеливает. Скажи ему, что Катя лучшее, что было бы в жизни, пусть не выебывается. Он знает сам. Понял? Он говорит нет. Он уже пожалел. Серьезно? Пожалел? Я этого не знал просто. Ему все втирают про то, что я, короче, волк в овечьей шкуре, что я там вообще рысь в опилках, что я там такая прямо... Ну ничего, потерпишь немного и пройдет. А ты как думала? Блин, вообще, я вот сегодня говорю, господи, Виталик умеет разговаривать на лобных? Мне придется тебя еще учить разговаривать. Так, твоих разговоров хватит на двоих вас. Сегодня все просто меня реально затыкали просто колками, просто почему, а кто, а выбор. То есть, понимаешь, куча моментов, которые я не хочу даже обсуждать. А ты что, не можешь выбрать? Я выбрал уже. И кто твоя спутница? Повтори нам еще раз. Стетик, салам алейкум. Салам алейкум. Алейкум салам. Ау! Он пишет, раньше что цвет нравилось, теперь стала она извращенка. Когда я стала извращенкой, когда у меня секса нет вообще? А кто извращенка? А как же вибратор резина? Внизу написали комментарий. Ну извращенка, что здесь такого? Это нормальное явление вообще. Когда... Вот, хорошо. Вот за меня заступается, все. Подожди, ты в прямом эфире? Какого хрена ты мне не сказал, я тут саламкаюсь? Ну, ПРСТ. Подожди. Здравствуйте. Все, сейчас по-другому. Здравствуйте, дорогие друзья. Как ваши дела? Это здесь уже... Влад, а вы что с Катей вместе? Ой, да, представляете, Анастасия. А как так вышло? Короче, знаете, я за Виталика всегда заступался, теперь я его буду жестко топить, потому что он в прямом эфире. Вот какого хрена? Закинули. Ладно, что, покажемся еще что-нибудь? Поцелуйтесь. Целуй. Сейчас, подожди. Я Виталика выкидываю с комнаты. Подождите пока, сейчас, секунду. Ладненько, вам хорошего вечера, настроения, прекраснейшей любви вам, искренней, настоящей, чтобы теребонькали эти свои писюльки там и радовались. Давайте. Да! Ну все, братан, давай это звони. Давай, на связь. Да, есть. Нет, звони, а зачем мне звонить, если может пообщаться с тобой? Мне же звонить и писать не надо, правильно? Слушай, уже качает тебя, понял? Да, она тебя уже прокачивает. Балласт уже качает, она, слышишь? Да, сейчас уже воздух спущу на землю, подожди.
Ты баллон ей приспусти чуть-чуть, а то она подкачивает сильно, слышишь? Баллон. Не, у нее с баллоном все в порядке. У меня вообще с баллоном все в порядке. Я вас был рад видеть. Давайте тогда. Слушай, я тебе хочу сказать, она вся в мурашках сидит, братан. После разговора с тобой. Ой, бля, можно я уйду? Ладно, все. Ой, что за тачка? Все, давайте, ребятки. Все, спокойной ночи. Все, пока-пока-пока. Давай, Николай, давай. Давайте, все, go, man, yeah. Давай.